В Восточно-Казахстанской области продолжается строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Реализация этого проекта позволит полностью изменить транспортную логистику региона, облегчив жизнь населения в нескольких районах. Наш корреспондент ознакомился с ходом работ. Возведением этой масштабной переправы занимается подрядчик ТО «Облшигызжол», у которого уже есть опыт в реализации подобных проектов. Это крупнейший проект для нашей области и Казахстана в целом. Возведение моста восточно-казахстанцы ждали уже не один десяток лет. Планируется, что длина автомобильного моста составит 1300 метров, а ширина – 12 метров. Появление этого инфраструктурного объекта позволит обеспечить круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств между районами. На сегодняшний момент строительство моста ведется уже по второму этапу. То есть это укрупненная сборка металлических пролетных строений. Вот если вы посмотрите, вот как раз у вас там за спиной, это уже укрупненные пролетные строения, уже это самый верх уже, скажем, нашего моста. Также ведется работа, то есть 9 опор у нас возведено уже 100%, 9 опор, и еще на 3 опорах ведутся работы. То есть фактически работы ведутся на 12 опорах, это из 21 опоры. Качество строительства моста находится под постоянным контролем специалистов. Совместно с управлением автомобильной дороги по Восточно-Казахстанской области осуществляется комиссионный выезд по объекту строительства моста Бухтарминского водохранилища на предмет качества соблюдения, на предмет качества строительно-монтажных работ. Все работы ведутся в соответствии с законом РК об архитектурно-градостроительной и строительной деятельности. Реализация проекта окажет положительный эффект на развитие туризма, промышленности и предпринимательства, а также повысит инвестиционную привлекательность Курчумского, Кокпиктинского и Катон-Карагайского районов. Ирина Санников, Фатима Телиханкызы, Асхат Ардыбаев, Алтай.